«Мост памяти», всесоюзная организация, решила взять интервью у Аси Елевни, чтобы она рассказала о себе, о своем муже. Ну, надеюсь, интересна будет беседа, которая останется в памяти потомков и нашей организации. Здравствуйте, Ася Елевна, еще раз. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Откуда вы родом, где вы родились? Я родилась в городе Речица, Гомельской области, в Белоруссии, в 1938 году. Наш город, когда пришли немцы в наш город, папа мой пришел к маме с работы и сказал, что он будет эвакуировать рабочих с завода. Завод был гвоздильный в городе Речиц. Он работал там мастером. И собирайся, сказал он маме, и надо уходить, потому что в город пришли немцы. Значит, в город пришли немцы. И что дальше? В город пришли немцы. Папа пришел, ему пришлось эвакуировать завод вместе с рабочими. Он пришел к маме и сказал, давай, это самое, собирай детей, и надо уходить из города. Вот. И так он нас, мама собрала нас, детей, нас было двое, я и брат. И мы поехали на вокзал, папа нас сопровождал, поместил нас в вагон, и мы уехали из Речицы в город недалеко от Куйбышева, село Исаклы. Туда мы попали с мамой. Обстановка была очень тяжелая, работы не было, но маму взяли работать в колхоз. Она работала в колхозе, а я с маленьким братом, брат был 41-го года рождения, я оставалась дома с маленьким братом. Мама работала очень тяжело. За работу платили просом. Знаешь, что такое просто? Да, это зерно. Да, зерном платили ей. Вот. А деньгами не платили, но она получала какую-то там порцию этого проса, и за счет этого мы питались. Вот. Маленький брат мой очень сильно болел. У него была бронхиальная астма. И мама была... занималась его лечением. Ну, какое лечение было? Надо было хотя бы молоко добывать. Вот она это молоко где-то покупала, приносила нас, и я поила этим молоком маленького брата. Где-то мы пробыли в эвакуации до 45-го года. В 45-м году мы вернулись в Речицу. Я уже пошла в школу в Речице, и брат пошел в школу. И мама не могла найти работу, но потом она все-таки... Да, я забыла сказать, что это... Мы получили похоронку. Получили похоронку, папа наш погиб в 43-м году. Скажите, пожалуйста, как ваш отец погиб на фронте, где он воевал, на каком фронте, где-то, как это произошло? Отец мой погиб под в Ленинградской области на фронте в 43-м году. Мама получила похоронку. Похоронен он возле деревни Коровичино,
Залужского района Ленинградской области. Вот. Мама осталась одна вдова. Это, смотрю, у вас книжка, да, «Мы дети Второй мировой», да? Это да. О нем написано. Это фабрикант, да. Угу. Вот. Мама у вас одна осталась? Мама осталась одна с двумя маленькими детьми. И нас привезли в Куйбышев. Оттуда отправили в колхоз Исаклы. Мама трудилась в этом хозяйстве с утра до поздней ночи. Оставалась я с маленьким братом, а самой-то было чуть больше 3 лет. Вот. Очень тяжело переживали и продолжали надеяться, что отец все-таки не погиб. Но мы его ждали и ждем по сей день. Так мы его не дождались с войны. А у вас остались его фотографии какие-то отца вашего? Есть, там у меня есть маленькие фотографии. Ну, я потом мы посмотрим. Потом покажу, да. А вы его помните? Как я его помню? Смотно, я да? Только помню, как он зашел в квартиру. Или мне кажется это, или я помню это с маминого рассказа. Он переночевал с нами и сказал на утро, что ну все, больше мы уже не увидимся. И ушел на фронт. Ушел. Это в 41-м году было, да? Да, в 41-м, да. А какого года рождения ваш папа? Ну, я не знаю, мама была с 24-го. Он был, наверное, с 20-го года рождения. 20-го года, да? Вот. Потому что он был моложе ее. Ой, старше ее. Угу. Вот. И так мы больше его и не видели. Угу. Я вечно бегала на вокзал, ждала, думала, вот-вот папа придет. А папа так и не пришел с войны. Мы остались одни с мамой. Мама тоже устроилась на работу. Работала на обувной фабрике. Она работала с темна до темна, чтобы нас прокормить. Вот время было очень тяжелое. Это в Куйбышево было? Было в Куйбышеве или где? Нет, это было уже в Речице. Мы вернулись в 45-м году. В Белоруссию опять, да? Угу. В Минск. В это в Речицу вернулись в 45-м году. Угу. Вот. Выстраивались большие очереди за хлебом. И я маленькая бегала в эту очередь, стояла ночь, но не могла дождаться утра, а утром взрослые меня отталкивали в сторону, и так я иногда приходила без хлеба домой. Вот. Кушать дома нечего было, мама очень старалась, она много работала. Вот. Голодали мы часто, брат очень болел, у него была бронхиальная астма. Его нужно было лечить, а лечить-то нечем было, продуктов не было. Но пережили кое-как это тяжкое время. Потом вы в школе учились? Училась я в школе номер 6 в городе Речица. И закончила там 8 классов в этой школе. Поступила в медицинское училище. В медицинском училище я проучилась 3 года и закончила с отличием училище. И мне пришлось из дома уехать, чтобы устроиться на работу. Я работала в Минске в инфекционной больнице. Почему в инфекционной? Потому что там больше платили. Вот. Жила на частной квартире в Минске. И таким образом
проживала как-то свою жизнь. Мама мне присылала деньги, которые она получала за папу. За папу она получала гроши, 12 рублей она получала в месяц за погибшего мужа. Вот. Этих денег едва хватало. Вот. Работала поэтому очень много, и чтобы нас содержать. Ну вот в 58 году я вышла замуж за Асташинского Абрама. Как вы с ним познакомились? Мы познакомились у моих друзей. У них была своя квартира. Они нас пригласили на какой-то праздник. Вот и там мы с ним познакомились. Мы встречались где-то полгода, потом поженились. Вот, в 59 году у нас родился старший сын Игорь. Вот, и в каком году родился? 52. В 59 году у нас родился старший сын. А ваш муж какого года рождения и числом есть год рождения? Мой муж 1926 года рождения. Вот. Как он попал на фронт? Что вы знаете о его боевом прошлом? Это мне надо смотреть в эту запись, я не знаю. Расскажите, пожалуйста, в 41-м году, где ваш муж жил на тот момент и как вообще он войну встретил? Он жил в городе Минске с родителями, мать, брат и сестра и отец. Они жили вчетвером, а потом, когда началась война, отец ушел тоже на фронт. Мать осталась с детьми в Минске. И когда в Минск пришли немцы, они там есть какие районы они заселили, поэтому я не помню, какие улицы заселили, когда они гетто устроили. И мой муж попал в гетто. Ну, стали переписывать евреев. Потом их всех заставляли пришить желтые латы. Вот. И в гетто они пробыли, там я не помню сколько-то, какое-то время. Вы не пишете это? Я пишу. Сейчас. Часто вспоминал и рассказывал мне о войне, рассказывал о войне моим детям. Он выступал перед молодежью, перед школьниками в школе. Даже иногда приглашали его на интервью в детский садик. Он рассказывал деткам, как было трудно, как дети погибали во время войны, как немцы разрывали их за ножки, привязывали к двум деревьям и разрывали, отпускали дерево и разрывали детей. Об этом он много рассказывал, он плохо спал, и я всегда думала, как же он может спать, переживши столько и увидевши все это своими глазами. Но он уже как-то привык к этому, и потом он уже, когда попал в партизанский отряд, там он уже имел возможность выводить евреев из гетто. Уже на его глазах в душегубке задушили его маму. На юбилейной площади стояла машина, в эту машину грузили женщины, детей, и пускали туда газ. Таким образом они душили людей в душегубках. Так погибло на его глазах, когда он пришел, он хотел спасти свою маму и сестру, но уже было поздно, их отвели в душегубку и в душегубке отравили. Вот он не успел их спасти. Это все он видел со стороны.
Тяжело это все было ему пережить, тяжело было рассказывать. Но тем не менее, вот очень много он оставил себе материалов. К нам приходили и брали у него интервью из, как это называется, вот эта конференция в Вашингтоне. Ну вот, у нас родилось двое детей, два сына. Старший 59-го года, младший 63-го года рождения. Вот они закончили школу, институт, и в 1990 году мы решили приехать в Израиль. В Израиле устроились жить в Хайфе. Вот и с мужем работали, старались, чтобы дети наши не знали столько горя, сколько мы пережили с мужем. Вот. А в Минске кем ваш муж работал? В Минске он работал мастером на обувной фабрике. Все это время, да? До отъезда, да, в Израиль? Да, потом он работал сантехником там же, на этой фабрике. Когда дети подросли, нам потребовалось больше денег, и он устроился где-то сантехником, работал там же, на этой фабрике. И когда дети ушли в армию, один служил в Алма-Ата, а второй служил где-то в Сибири. Ребята отслужили армию, мы приехали в Израиль в 90-м году. И слава Богу. Вчетвером, да? Все вместе слава. Все вместе. Здесь у старший сын женился, у него есть двое внуков, двое детей. Они здесь женились, в Израиле оба? А младший не женился, младший еще не женат, он поэтому со мной живет. Еще не женат, да? Да. Так что, угу. Вот мы рады, что мы приехали в Израиль. Здесь у нас своя квартира. Жили мы дружно. Семья у нас рабочая, хорошая семья. И я за все благодарна мужу. Он уже ушел. Когда ему стало? В 1912 году. В 2012. В 2012 году муж умер, и за все я ему благодарна, и за детей, и за квартиру, что он мне оставил, и возможность жить сейчас спокойно со своими детьми и внуками в дорогом мне Израиле. А ваш муж участвовал вот на бессмертный полк, на парад Победы, ходил в Хайфе? Он не успел. Не успел? Он же умер. Полк этот был уже после 12-го года. А вообще-то уже был парад Победы, проходил. На всех парадах Победы он участвовал. Он участвовал, да? Да. Проходил. У меня есть где-то все есть на фотографиях. Угу. А он успел поработать в Израиле? В Израиле он уже был на пенсии. Не получил. Он не успел поработать. А он любил Израиль? Ему нравился в Израиле? Он любил Израиль, он очень переживал за то, что, что тут вот иногда такие эти теракты, что никто ничего не щадит, все ломают, все. И за все это он переживал страшно. Вот. Часто выступал перед детьми, перед школьниками. Вот. Все, что я могу рассказать о муже. Был очень хорошим человеком. Спасибо вам большое за интервью. Ой. Вот от нашей организации вам такая открыточка. Спасибо большое. Спасибо большое. До конечно. Крепкого здоровья. Долгих лет жизни и всего-всего самого лучшего. Спасибо большое за все. За то, что